Привет, друзья! Вы на канале Автоистория. Это топ-10 самых дешевых автомобилей мира на 2020 год. На 10 месте Baoyun 310 за $5900. Baoyun 310 – это китайский пятидверный хэтчбэк, начало производства которого началось в 2016 году. Машина оснащается бензиновым мотором объемом 1,2 литра на 82 лошадиные силы в паре с механикой. Список оснащения включает 4 подушки безопасности, ABS, EBD, электроусилитель рулевого управления, круиз-контроль, подогрев боковых зеркал, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, GPS-навигацией и Bluetooth, камеру заднего вида. С точки зрения дизайна, автомобиль выглядит неплохо, даже несмотря на несколько устаревший дизайн, который отдаленно напоминает хэтчбеки производства Kia в середине 2000-х годов. Учитывая невысокую стоимость, этот автомобиль определенно сможет пользоваться популярностью. На 9 месте Chery QQ за $5800. Этот автомобиль начал выпускаться в Китае с 2003 года. Китайских производителей сразу же обвинили в плагиате. Chery QQ полностью похож на Deo Matiz. Изначально этот автомобиль предназначался только для жителей Китая, однако потом модель начали продавать во всем мире. Литровый мотор развивает 69 лошадиных сил, доступен робот. На 100 км QQ расходует примерно 6 литров топлива, что не сильно бьет по семейному бюджету. Машина рассчитана на 5 человек. В базовой комплектации имеется кондиционер, центральный замок, ГУР, электростеклоподъемники, противотуманки, аудиоаппаратура и так далее. На 8 месте BYD F0 за $5700. Это китайский микроавтомобиль, целиком скопированный с хэтчбека Toyota Aygo. Премьера модели состоялась в конце 2007 года. Под капотом BYD F0 расположен компактный трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 литр. Мощность его равна 67 лошадиных сил. При снаряженной массе 870 кг хэтчбек разгоняется до 100 км в час почти за 13 секунд, потребляя от 4 литров бензина на каждую сотню. Максимальная же скорость малолитражки не превысит 150 км в час. В качестве трансмиссии в F0 используется 5-ступенчатая механическая коробка передач. Максимальная комплектация автомобиля включает электропривод передних и задних боковых стекол, кондиционер, обогрев заднего стекла, CD-магнитолу, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, противотуманные фары. На 7 месте Geely HQ SRV за $5800. Этот автомобиль выпускается китайской компанией Geely с 2005 года. Это семейный пятидверный универсал, отличается хорошей компактностью и проходимостью. Автомобиль весит 1280 кг и может вместить 5 человек. Наибольшей популярностью используется модель с трехцилиндровым бензиновым мотором объемом 1,1 литр и мощностью 55 лошадиных сил. При этом предельная скорость автомобиля 120 км в час. Машина оснащена передним приводом 5-ступенчатой механикой. На сотню авто тратит 6,5 литров топлива. Внешне автомобиль выглядит довольно-таки просто, однако внутри можно обнаружить много полезных опций, таких как электроподогрев заднего стекла, кондиционер, центральный замок, усилитель руля, дворники заднего стекла, ABS, электростеклоподъемники. Одним словом, Geely HQ SRV отлично подойдет для практичных людей, которые ценят комфорт за маленькие деньги. На 6 месте Renault Kwid за $5000. Renault Kwid – это бюджетный хэтчбэк, внешне напоминает кроссовер. Изначально эта машина создавалась для индийского рынка, и производство расположено в Ченнаи. Однако сейчас автомобиль можно приобрести в Европе, Азии и Южной Америке. Переднеприводный хэтчбэк имеет компактный, но мощный кузов, большую площадь остекления, выразительные расширительные колесные арки, пластиковую защиту бампера, короткие свесы кузова и дорожный просвет 180 мм. Все это внушает уважение. Интерьеры Renault Kwid выполнен в духе минимализма, однако владельцу понравятся некоторые стильные решения. Цифровая приборная панель, переднее сиденье с боковой поддержкой спины и бедер, множество ниш для хранения небольших предметов. Renault Kwid оснащен трехцилиндровым мотором объемом 0,8 литра на 57 лошадиных сил, который работает с 5-ступенчатой механикой.
На пятом месте Maruti Suzuki Alto 800 за $4400. Бренд Maruti принадлежит Suzuki и выпускает для индийского рынка дешевые вариации старых японских моделей. Maruti 800 – это бюджетный переднеприводный автомобиль, оборудован трехцилиндровым двигателем, который имеет объем 0,8 литра и мощность 48 лошадиных сил. Многие скажут, что это очень мало, но ведь вес самой малолитражки составляет 725 кг. В автомобиле используется 5-ступенчатая механика. Если выбрать самую дорогую комплектацию, то можно получить кондиционер и водительскую подушку безопасности. Отделка салона очень простая, из велюра либо кожзаменителя. На четвертом месте Datsun ReadyGo за $3900. Datsun ReadyGo – это компактный городской хэтчбэк, стилизированный под кроссовер. Автомобиль выпускался на заводе в индийском городе Чинай с 2016 года и продается на местном рынке, а также на Шри-Ланке. Для создания ReadyGo была использована платформа модели Renault Kwid. Автомобиль оснащается трехцилиндровым 800-кубовым бензиновым мотором мощностью 54 лошадиные силы в паре с 5-ступенчатой механикой. У него броский и отнюдь не бюджетный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер своего владельца. На третьем месте Tata Nano за $3500. Изначально авто Tata Nano предназначалось только для индийского потребителя. Эта машина была впервые представлена в 2008 году в Нью-Дели и через полгода поступила в продажу. Автомобиль отвечает всем нормам безопасности, принятым в Индии. Рядный двухцилиндровый мотор расположен сзади. Он имеет объем 0,6 литра и может развивать мощность 33 лошадиные силы. Однако при этом его расход составляет 5 литров на 100 км. Nano оснащается 4-ступенчатой механикой или 5-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Его предельная скорость 100 км в час. Ради снижения цены пришлось экономить на всем. Пятую дверь заменили глухой стенкой, а для того, чтобы добраться до мотора и багажника, нужно откидывать задний диван. Колеса крепятся не 4 болтами, а 3. В разработку этого автомобиля Tata Motors вложила примерно $1 миллиард. Изначально предполагалось, что многие жители Индии начнут пересаживаться со своих мопедов на эти машины, однако этого не произошло. На втором месте SD-HZ за $2900. SD-HZ – это китайский электромобиль, который продается на AliExpress с заявленной стоимостью 162 тысячи рублей. Электромобиль оснащается мотором мощностью всего 1 кВт, который приводит в действие задние колеса. Производитель утверждает, что этой мощности хватит на то, чтобы разгоняться до 35 км в час и преодолевать 35-градусные подъемы, а запас энергии китайскому смарту хватит на 45 км пробега, а заряжать после этого батарею придется до 10 часов. Машина имеет длину 2,2 метра, весит 350 кг. В списке бортового оборудования трехместного электромобиля значится не только 14-дюймовые колеса с дисковыми тормозами, но и MP3 магнитола с USB потоком, люк в крыше и отопитель салона. И на первом месте у нас Bajaj Qute, всего за $700. Самый дешевый автомобиль в мире. Именно такое звание получила модель Qute индийского производства Bajaj Auto, серийное производство которой стартовало в сентябре 2015 года. В движение эту машину приводит миниатюрный одноцилиндровый мотор объемом 0,2 литра на 20 лошадиных сил. Максимальная скорость 70 км в час. Только при этом в салоне должен быть лишь один водитель, а багажник пуст. Кузов малолитражки представляет собой стальной монокок, часть оперения которого изготовлена из высокопрочного пластика. На Bajaj Qute применена гидравлическая система тормозов со 180-мм устройствами барабанного типа и спереди, и сзади. Qute предложен в 6 цветовых решениях, а список его стандартного оснащения включает ремни безопасности водителя и пассажиров, аналоговый спидометр, аудиосистему USB MP3 на 2 динамика, полноразмерная запаска и литые колесные диски. Помимо этого, как опции доступны отопитель салона и багажник на крышу. А какой автомобиль вам понравился больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях. А данный ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. И вот вам на выбор еще 4 интересных ролика.